Институт наставничества успешно развивается в органах внутренних дел. Под опекой опытных служителей правопорядка находится около 300 новобранцев из всех областей страны. Лучшие из них присутствовали в Шахтинске на 7-м слете молодых сотрудников и их наставников. Портрет железного Феликса Дзержинского, бюст Ленина, стеклянный графин и пачка примы. 40 лет назад именно так выглядел стандартный кабинет следователя советской милиции. Сегодня это экспонаты музея боевой славы Шахтинского ОВД. Экспонатов пока немного, но все они со своей историей, говорит хранитель музея. Сразу такая идея возникла. В холле у нас размещены со дня становления Шахтинского ОВД первые 38, первая численность сотрудников ОВД – это 38 сотрудников во главе своего руководства Полянского. А далее стенд, расположен стенд всех руководителей с момента становления нашего ОВД. Визит в музей Шахтинского ОВД прошел в рамках работы 7-го слета молодых сотрудников полиции. Нынешнее мероприятие приурочено к 25-летию создания казахстанских органов внутренних дел. Одна из важных тем, затронутых на слете, – поднятие имиджа профессии полицейского. Карагандинская область знает немало примеров, когда блюстители закона не щадили своих жизней в борьбе с преступностью. Это слет молодых наставников, во-первых. Поэтому вот этот круглый стол был организован именно для них. Естественно, это как бы воспоминание, вернее, надо вспомнить о прошлом данного города, органов внутренних дел, именно Шахтинский. И в дальнейшем, естественно, историю, хронологично просмотреть всю историю данного отдела полиции, сотрудников внутренних дел. Вот, допустим, здесь, в городском отделе полиции. В программу слета входило сразу несколько мероприятий. Одно из них – посещение ветеранов органов внутренних дел по месту жительства. Слет продолжился концертом, где 50 наставников и молодых сотрудников наградили грамотами и памятными призами. В завершении слета участники голосовали за место проведения 8-го слета. Единогласно таким местом выбран город Балхаш. Фариза Улбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.